начинка сезона. В клубе Сюд начинается квалификационным заездом. Заезд начался, сразу машина устремляется вперед. Сразу аварии на первых поворотах. Это квалификационный заезд. Как сейчас ребята финишируют, так они будут стартовать в начале первого зачетного заезда. Видим, что Феррари подрезает Макларена. Феррари врезается, упускает. Так первую машину тем временем финиширует. Судьи их расставляют места. Первые машины финишируют. Так они будут стартовать в основном заезде. Трасса тут очень широкая, очень скоростная на асфальте. Повторяю, это вторая и финальная гонка пятого сезона клуба Сюд. Тем временем на экране сейчас появится список всех участников, кто будет сегодня стартовать в заезде. Итак, старт первого заезда. Машина устремляется вперед, сразу подрезает 19 номер, за ним 6-го подрезает 19, пытается выехать дальше. Так, кто у нас в лидерах? Лидерах у нас 36 номер, за ним 1, за ним 66, 66 вырывается на второе место. Подрезают 66-го, и так в лидерах у нас первый номер, финиширует за ним 36-й. 36-й подрезается, 66-й врезается в толпу, пускает несколько позиций, сразу 5 позиций упустил, остальные участники финишируют. Напоминаю, очки будут начисляться первой семерки тут, остальные без очков. Итак, последние машины финишируют. Да, обидно, ноги участников помешали некоторым водителям набрать очки. Итак, после первого заезда первые 7 участников набирают очки на вашем экране. Итак, тем временем второй заезд, всего будет 6 заездов, второй заезд стартует. Итак, авария на первом повороте. Да нет, более-менее мирно прошел первый поворот. Так, тоже у нас вырвался вперед. Кажется, первый номер вырывается вперед. Первый номер лидирует, за ним 73-й, 74-й номер. Сразу толпа их настигает. Тем временем первая машина финиширует. 73-й на последних метрах обходит первого номера. За ним 74-й финиширует. Затем остальные участники финишируют. Сразу толпа 24-го номера подрезают. 23-й обходит две позиции. Итак, какие-то проблемы у Поршика, остальные участники финишируют, заканчивают заезд. Итак, после второго этапа текущие очки на вашем экране. Первый номер Довилов Ярослав сохраняет лидерство. Итак, тем временем старт третьего заезда. Старт, да, машина стремляется вперед, кто-то дает назад, путает газ тормозом. Сразу авария на первом повороте, кто-то у нас открывает 73-й номер, вырывается вперед. Очень солидный отрыв, за ним 4-й номер, 66-й. 7-го номера подрезает, тем временем 73-й финиширует, за ним идет 66-й, 4-й чуть-чуть не успевает его обойти, а остальные участники финишируют. Да, упорная борьба, 73-й номер Усатов Андрей сейчас сильно поднимется турнира на таблице, остальные участники финишируют. На такой широкой и скоростной трассе самая главная скорость, скорость выходит на первый план. Ну и удача не загреметь в первом повороте. Так, теперь на ваших экранах после трех этапов очки лидеров. Усатов Андрей вырывается на первое место, второе, третье делит Дмитриев и Дебилов. Тем временем старт четвертого заезда. Старт, дам, снова кто-то назад дает. Это уже, походу, намеренно. Тем временем 73-й номер также лидирует. Уже связку поворота проходит, оторвался за ним 4-й номер. 36-й, 1-й, 66-й. Прям упорная борьба в средней группе. Вроде трасса широкая, но все равно плотная борьба. Тем временем 73-й финиширует, за ним 16-й, 66-й, остальные участники финишируют. Первая семерка также получит очки. Тут главная стабильность таких заездов. Главное стабильно попадать в очки, и все будет отлично. Итак, сейчас, после уже четвертого заезда, очки на вашем экране. Усатов Андрей увеличивает разрыв, уже третья победа подряд. Тем временем старт пятого заезда, предпоследнего. Старт дан, снова Усатов Андрей вырывается вперед. За ним сразу толпа участников, очень плотная борьба. Тут тебя подрезали, ты сразу потерял несколько позиций. Так, смотрим, что у нас будет на финише. А не посмотрим, что у нас на финише, потому что камера другая вырубилась. Так, 73-й номер приехал первым, кто-то задним ходом сдает, правильно, нужно бороться до конца. Итак, вторым приехал 16 номер, за ним 66-й. Итак, очки после пятого этапа. Усатов Андрей уже досрочно победил в этом заезде, но борьба за второе-третье место еще в силе. Так, старт последнего финального заезда. Уже по традиции 73-й номер вырывается вперед. Мощность, конечно, этой тачки зашкаливает. Отличная траектория. А вот борьба сзади 66-го номера разворачивает, теряет несколько позиций. 36-й первый номер вырывается вперед относительно 66-го. Вырывая у него второе и третье место. Остальные участники заканчивают заезды, финишируют. В этом заезде, в этой гонке вообще суммарно побеждает Усатов Андрей. На втором месте Дмитриев Дмитрий, на третьем Дебилов Ярослав. И
итогах сезона. За две гонки побеждает в сезоне чемпиона становится Дебелов Ярослав. Финальные результаты на вашем экране. Эта гонка стала последней и в Плебисюд, и в лиге в целом.